Вот что отличает деловую женщину от женщины? Что? Походка. Ведь вот как вы ходите? В женщине должна быть загадка. Головка чуть-чуть приподнята. Глаза немножко опущены. Здесь все свободно. Плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра. Раскованная свободная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают. А можно научиться так ходить, или это недоступно? Ну, понимаете, можно, конечно, и зайца научить курить. В принципе, ничего нет невозможного. Вы думаете? Для человека с интеллектом. Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодняшнее видео будет очень интересное. На Лиговском проспекте я встречаюсь со знаменитым блогером Мариной Михиной и устраиваю ей модный приговор. То есть мы встречаемся около галереи, где множество фирм расположено, и нам есть где разгуляться. Я одеваю ее, со своей точки зрения, она одевает меня. Смотрите! Всем привет! Всем привет! Вы видите, с кем я? Вы видите, где я? Я в Питере, и я с Мариной Михиной. Представляете, какая радость! Мы с ней сегодня встретились и решили не просто пошопиться, а мы еще решили друг друга и одеть. Сегодня будет очень все интересное. Я так рада, что я вообще встретилась с Мариночкой. У нас с ней в один день, день рождения. 9 сентября, Таня, не крути камеры, просто останови. Все, просто да, остановила. Да. И мы будем наряжать друг друга в разных стилях. Ну, то есть я ей буду навязывать, Тане буду навязывать свой. Неправда. Во-первых, я сама предложила, попросила, чтобы она мне, ну, сделала другой стиль, потому что мы все привыкли к одному уже как обычно носим. А я хотела, чтобы она своим взглядом окинула меня и одела меня так, как она считает нужным. А я, в свою очередь, хочу одеть ее. Не знаю, что из этого получится. Может быть, это будет... Сейчас нам еще надо выбрать из какой-то магазин хотя бы такой, что... Да. Манго, может быть, пойдет. Но мы пришли туда, где есть огромнейший выбор. Мы тут уж, я думаю, точно что-нибудь себе подберем. Торговый центр галерея гигантский. Ваша задача, ребята, посмотрев на моем канале и на Маринином канале, потому что это будут разные образы, мы будем и там в разных образах, это не повторяется, вы должны обязательно оценить наши... Зайти на оба канала. Наши фантазии. Вот, и написать обязательно свои отзывы. Что нам идет, не идет, понравился, не понравился этот образ. И мы тогда, ну, тут же купим, наверное, да? Если понравится. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. В любом случае, прислушайтесь к вашему мнению. Все, смотрите, не переключайтесь. Вы видите образ, который я создала Марине. На ней вот такие вот брючки, спереди они кожаные. А да, сзади, я такие, знаешь, как а называю? Сзади они такие... Брюшки престарелого рокера, кожаные. Нет, это не престарелого рокера, это очень хорошее. Повернись, пожалуйста, так вот вокруг, покажи, что это у тебя такое. Я на нее такую одела. Я даже не знаю, как она называется. Туника, не туника. Вот это, да. Я бы сказала, жилет бабушки. Бабушки. Ну вот она сказала, престарелого рокера брюки и жилет бабушки я на нее одела. Ну, не знаю, мне этот стиль нравится. Ну, из того, что было, я ей, в общем-то, подобрала это. Но если было что-то другое, я бы, может быть, что-то другое подобрала. Вот. Мы сейчас еще можем с пальто померить, которое ты мне выбрала. Оно очень хорошее. Да, сейчас я еще покажу пальтишко. Он, правда, не полный, ребята, потому что я не смогла найти сумку, подходящую здесь, в этом магазине, вот к этому образу, к этому пальтишку. Я считаю, что это этот стиль тот, который носит Марина. У нее вот такие пальто, я уже видела такого плана. Я люблю дороговатые такие. Поэтому мне очень нравится, я в нем комфортно. Она легко на него согласилась, вот в этом у нас взгляды сошлись. Как бы вот такой вот осенний. Очень мне нравится.
ранней осенью, потому что спасибо, без шапочки, без всего. Прекрасно. Ну, расстегнись, покажи его как немножечко. Ну, здесь все, здесь черный квадрат Малевича. Ну, здесь вот остался от прежнего образа эти же брючки, этот же свитерочек, просто мы заменили здесь вот такой вот. Все. Спасибо всем. Ой, ребята, ну вот мы вышли никакие. Модели живые, модели, да, так сказать. Наодевались, намерились друг к другу, образы создали. Сейчас утомились, так? Но это еще не конец, мы сейчас хотим немножечко... Мы меняем просто магазин. Мы были в Мотиве, а сейчас отправляемся в Манго, наверное. Да, теперь, да, скорее всего, в Манго. Теперь хотим себя приукрасить для вечернего какого-то мероприятия. Что-нибудь себе такое найти, камеру то фокусирует, то не фокусирует. В общем, короче, сейчас перекусим чуть-чуть, чуть-чуть передохнем, вздохнем, так сказать, и с новыми силами будем продолжать. Так что вы не переключайтесь, смотрите нас внимательно. Будет очень интересно. Вот, девочки, я вам хочу показать умопомрачительное платье у Маришки. Это, Марина, рассказывай. Михальни грим. Михальни грим. И вот еще у нее есть такие же сережки. Покажи, красота какая, видишь? И колье. Кулон. Это подарок, да? Это подарок моей подруги из Израиля, да. А платье из магазина Михальни грим, которое... Очень красиво, повернись еще так вот. Вот оно, видите, сзади завязывается, запахом на любой. Такая бархатная трикотажная веревочка, можно по-разному его. Можно вниз пододевать водолазку, у меня даже есть водолазка такая от Михальни грим тоже. Такая ткань, сеточка, очень красивая, такой немного будуар. Цвет вообще необыкновенный, такое сочетание, знаете, болотного с чем-то травянистого, таким. Да. Болотного, травянистого, немного бирюзы, бордовые розы. Бирюзы я здесь не вижу. Есть. Бирюзы? Есть. Салатный цвет я вижу, а бирюзы ну, есть немножко. Да? Да. Отлив. Очень красивая. Ну, я вообще не была в их магазине. Я не знаю, в этот раз у меня, наверное, не получится. Ты мне скажешь... Мы в следующий раз с тобой поедем. Да. Ну, в принципе, у Марины есть на канале, я оставлю ссылочку на это видео. Целая куча разных целая куча, там необыкновенные, просто красивые все. Посмотрите, зайдите, кому интересно вот это все. Это, конечно, очень красиво. Да, сейчас, может быть, освещение, знаете, не очень здесь темно, и вот никак не передать вот эту красоту всю камерой. На самом деле, вот я вижу очень красиво, а вам не знаю, как будет. Все. Смотрите, какой мы создали комплект. Шикарный Марине. Включая туда даже вот эти вот обалденные украшения. То есть и это... мои очки подошли. И очки, все. Я считаю, что не стыдно выйти в таком комплекте никуда. Повернись, Марин, покажи. То есть он состоит из платья. Ты потом снимешь эту жилетку, покажешь само платье, потому что само платье тоже очень хорошо сидит. Даже его можно, в общем-то, носить и без этой жилетки. Но эта жилетка, да, она освежает. Хорошо. Вот вырез такой, как бы никакой. Любое украшение тоже можно выгуливать. Поэтому мне очень нравится. Вот. Хочу похвалить Татьяну. Какая она молодец. У нас вкусы на этот раз сошлись. Мне комплект. Ну, значит, сними, пожалуйста, покажи платьице, просто платьице. Потому что мне просто платье не меньше нравится. Оно такого... они были только светлые? Оно кремового цвета такого, вот такого. Да, это крема, цвет топленого молока. Да, даже топленое. Очень хороший магазин, нет. Шикарный просто. Да. Надо его прорекламировать. Так что я считаю, что, во-первых, ей очень идет это платье, и оно, ну, достойно. Я, правда, не знаю, сколько, не посмотрела еще на ценник. Его, кстати, можно с черным обыкрасить. Вот если такие черные, можно, например, что-то черное, черные украшения. Ну да, просто мы сейчас черные... не стали уже подбирать туфли, да, к нему. Это Марина в чем пришла, в том... Ну, в этом магазине просто не очень большой выбор. Да. Ну, вот вы посмотрите. Можно какие-нибудь черные гады. Напишите, как вам такой вот вариант комплекта. Понравился, не понравился. Сейчас я поближе вам покажу. Ну да, обычно светлый цвет полный, но здесь такой фасон, что мне нравится, как выглядит силуэт. Очень даже. Да. И вот хороший этот магазин. И бирюзовый цвет очень, конечно, сочетается неплохо. Так. Вот.
малиновое платье. Это у нас как бы рабочий вариант. Очень... Привет из 90-х. Ну, мы в 60-х были, в 70-х были. Да. Почему вы в 90-е не вернулись? Все тренды перепробовали. Вот такой классический вариант. Он и в 90-х, он и в 2000-х. Я сейчас пиджак надену. Да, и сверху пиджачок. То есть это такой вот вариант для работы, после которого вдруг да нужно будет пойти в театр или там еще куда-то на деловую встречу к блогеру. Вот. На очень деловую То есть это встречу. Уже готовый вариант. Вот, смотрите, пиджачка. Марина тут любит рукава все равно. Засучить рукава. Да, здесь вот жакетик на молнии. Так что здесь вот. Ну вот оцените, как вы считаете. Я считаю, что для повседневного наряда очень даже и неплохо. Мы не будем смотреть даже, сколько стоит, чтобы не это расстраиваться. Next. Английский магазин здесь как цену? Средний, да? Ну да, в разумных пределах. Вот. Ну, смотрите, повернись немножечко туда-сюда, направо-налево, задом. То есть я считаю, что сидит очень хорошо, стройнит и, в общем-то, подчеркивает все достоинства. Ну да, есть вертикальная линия, что очень важно. Жакетик очень хороший. Мне нравится, что у него нет воротника. Вот, к сожалению, у нас не так много времени, чтобы обойти всю галерею. Вот, и подобрать достойные. Мы вообще уже еле живые. Вот, ну вот, как вариант, почему бы и нет. Напишите, пожалуйста, понравилось вам или нет. Марина вот в таком вот варианте. И какой из всех подобных вариантов вы ей рекомендуете? Да. Спасибо всем, кто с нами был. И пока-пока. Заходите пока-пока на Маринин канал. Да, заходите и на мой смотрите, канал, там тоже будут там и смотрите, образы, да, обязательно очень интересные будут. Мои наряды, что да. Она мне подобрала, да. Это тоже не менее интересно. Всем пока-пока. Пока-пока. Справитесь. Не волнуйтесь. Голову вперед. Грудь вперед. Грудь? Вы мстите, Вера. Вам все льстят. Сзади подберитесь. Так. Спереди в себя живот. Как? Или там, или там. Делайте, что вам говорят. Все в себя. Все в себя? Так. И пошла на меня свободной походкой. Нога от бедра свободная. Пошла. Людмила Прокофьевна, где вы набрались этой пошлости? Вы же виляете бедрами, как непристойная женщина.